Маленькому Руслану 5 дней от роду. Он третий ребенок в семье Бондаренко. Малыш очень спокойный, хорошо спит. Все это в том числе и благодаря грудному вскармливанию, считает мама Юлия. Всех своих детей она кормила грудным молоком. По ее мнению, никакие смеси не смогут заменить натурального полезного продукта, созданного самой природой. Для меня, наверное, это все-таки связь с ребенком, когда ты кормишь грудью, это вас сближает, то есть ты это понимаешь, что ну, ты и так понимаешь, что это твое родное, но когда ты грудью кормишь, ты часть себя отдаешь ребенку, и все-таки в грудном молоко все самое ценное, все самое полезное, невозможно что-то придумать, создать, поэтому мне кажется, просто прекраснее грудного вскармливания, ну, это моя точка зрения, хотела бы, чтобы многие так же считали, как и я. О пользе материнского молока говорят и педиатры. Уникальный продукт, аналог которого в полной мере пока никто не смог создать. На сегодняшний день лишь молоко матери способно удовлетворить потребности младенца на 100%. Если ребенок с детства скармливается грудным молоком, формируется правильный иммунитет с первого дня жизни. И ребенок защищен и от аллергий, и от множества инфекций. И формируется правильный иммунитет, закладывается на всю оставшуюся его жизнь. А если он с первых суток жизни кормится коровьим молоком, то, естественно, и аллергии присутствуют, и часто болеющие эти дети, когда они пойдут уже в детский садик, и паратрофики, они, то есть избыточного веса, потому что в смесях содержится повышенное количество белка, повышенное количество углеводов. Конечно, существуют и противопоказания грудному вскармливанию. Например, острое воспаление молочной железы или ВИЧ. Но это бывает крайне редко. В большинстве случаев все проблемы решаемы. По словам врачей, в анапском роддоме рождаются самые счастливые малыши, так как практически все молодые мамочки отказываются от искусственных смесей в пользу своего молока. У нас 99% женщин кормят грудью, но 1% – это женщины, которым противопоказано кормить грудью, да, но даже, наверное, меньше даже 1%. Врачи советуют не терять особенную молочную связь с ребенком минимум до года. Это самый важный период формирования иммунитета. А начинать готовиться к этому необходимо уже с первых месяцев беременности. Будущие мамы могут обратиться в женскую консультацию. Там работает школа матерей, где женщинам дают все необходимые для правильного материнства знания. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.